Партнер выпуска новостей – натуральные снеки «Эст Бали Кешью». Новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов. И вот что случилось в нашем городе к этому часу. Большие итоги. Соглашения подписаны, проблемы озвучены. Какие перспективы ждут дальневосточников? Закатают все. Новый асфальтовый завод «Тайгер Микс» торжественно открыли во Владивостоке. Первая партия пошла, друзья. Ваши аплодисменты. Время крепости. Визит-центр Федерального музея-заповедника готов к открытию. В этом году уникальному памятнику фортификации Владивостокской крепости исполняется 130 лет. Этот год по-настоящему счастливый для крепости. Также в выпуске споткнуться о цены. Ипотека по 2% не повысит привлекательность ДФО, считают специалисты. Еще расскажем новый сценарий. Приморские синоптики ждут более щадящего прохождения тайфуна. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Восточный экономический форум завершается во Владивостоке. Юбилейный 5-й ВЭФ удивил необычайно широкой международной повесткой. На полях форума встретились Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вместе они посетили судостроительный комплекс «Звезда». Построенные на верфи суда будут использоваться для доставки российской нефти, сжиженного природного газа, в том числе и в Индию. 5 сентября состоялась встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абе. Акцент на сотрудничество в сфере здравоохранения, а именно создание центра превентивной медицины и диагностики. А еще обсудили территориальные вопросы развития японской противоракетной обороны. С окончанием договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности планируют его размещение в Азии. Это достаточно чувствительный вопрос в российско-японских отношениях. Впервые ВЭФ посетил глава правительства Малайзии. Страны готовы развивать взаимодействие в области образования. В российских вузах сегодня обучается около 2000 малайзийских студентов. Также российский лидер встретился с заместителем премьера Государственного совета КНР. Китайские компании вошли в 30 инвестиционных проектов. Кроме того, Россия – крупнейший поставщик нефти Китаю. Всего в ВЭФ участвовало 7000 представителей из более чем 60 стран. Наиболее многочисленные делегации прибыли из Японии, Китая, Республики Корея и Индии. Главный девиз форума звучал так – «Дальний Восток – горизонты развития». А вот на что могут рассчитывать сами дальневосточники по результатам форума в рубрике «Тема недели». По своему масштабу ВЭФ во Владивостоке не уступает Петербургскому международному экономическому форуму, считают эксперты. Главным событием ВЭФ-2019 стало пленарное заседание. Владимир Путин пригласил иностранных инвесторов активнее вкладываться в совместные проекты и назвал условия безопасности и стабильности ВТР. Вы же публично сказали о том, что мы не будем размещать. После того, как американцы испытали такую ракету, мы не будем ее размещать, а мы произведем такие же ракеты, разумеется, в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса. Москва подчеркивает свой интерес к развитию нашего региона. Бизнес призывают идти на Дальний Восток. В прошлом году участники ВЭФ заключили 175 соглашений на сумму почти в 3 триллиона рублей. В этом году инвестиционный пакет в проекты Дальнего Востока может быть удвоен. Еще одна заявленная задача – увеличение темпов экономического роста Дальнего Востока до 6% в год. А еще президент России сообщил, что жители Дальнего Востока смогут оформлять ипотеку всего по 2%. Молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых. Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке, ниже, чем в среднем по стране, в 5%. Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно. Нужно адаптировать наши общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель» к условиям Дальнего Востока. Речь может идти о том, чтобы отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке. Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в 2 раза.
Для дальневосточников, конечно, значимыми были вопросы национальной программы развития Дальнего Востока до 2035 года. Об этом говорил Путин на президиуме Госсовета. Обращаю внимание, важнейшие системные индикаторы эффективности всех программ развития, тех результатов, которые должны почувствовать люди, мы пока вот этих результатов пока в этой части не добились. Один из главных индикаторов – это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится тревожный, в красной зоне. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов подробно перечислил болевые точки региона и определил план действий. На Дальнем Востоке на 21% выше, чем по России, смертность населения в трудоспособном возрасте. И чтобы к 2024 году достигнуть цели по 204 указу, нужна доступная первичная медико-санитарная помощь в каждом населенном пункте. Медицинское оборудование в дальневосточных учреждениях здравоохранения изношено на 73%. Необходимость в новых автомобилях скорой помощи больше 1000 машин. Если мы хотим как можно больше дальневосточных школьников получили 70 и более баллов по ЕГЭ, чтобы более половины выпускников средних профессиональных учреждений трудоустраивались по полученной специальности, чтобы дальневосточные университеты стали популярными у всех российских студентов, то мы должны как минимум обеспечить школу учителями, капитально отремонтировать 480 школ и 305 колледжей и техникум, которые находятся в аварийном состоянии, и укомплектовать их оборудованием современным, используемым на производстве. На Дальнем Востоке 125 500 человек живут в непригодном жилищном фонде. По нацпроекту жилье будет ликвидировано 1,5 миллиона. Доля снизится, но все равно останется, и все равно будет выше среднероссийского показателя. Также касаемо жилищной сферы, нужно наращивать объемы жилищного строительства. Особые слова о транспортной доступности. Очень важное направление в дальневосточном развитии. У нас не завершено формирование опорной сети автомобильных дорог. И в связи с этим на Дальнем Востоке надо обратить особое внимание как раз на местные дороги. Потому что 70% дорожно-транспортных происшествий и 45% аварий погибших, по данным ГИБДД, проходит именно там. Авиация. Последнее для дальневосточников единственный способ добраться в центр страны. И разговоры о нецелесообразности полетов, плоских тарифов не вписываются в посыл, данный вами 5 лет назад, что это приоритет на Дальний Восток, на наш 21 век. Владимир Путин дал на доработку нацпрограммы по развитию Дальнего Востока 2 месяца. Но соглашения, подписанные на полях ВЭФ, все же внушают оптимизм. Ведь они напрямую касались качества жизни. Так край стал участником соглашения о круизном туризме и модернизации коммунальной инфраструктуры. Российский фонд ЖКХ предоставил Приморью аванс в сумме 30 миллионов рублей для модернизации жилого фонда и сетей. Мы искренне благодарны фонду за ту поддержку финансовую, которую он оказывает в рамках 300 миллионов рублей, которые пойдут на модернизацию котельных, на перевод на газ, что, безусловно, лучшим образом скажется на теплоснабжении, на условиях работы, вот, сделать более прозрачной и гибкой эту схему. Мы поддержим такие проекты и по другим направлениям. Вот. Не только теплоснабжение, водоснабжение, с тем, чтобы приход инвестора, приход государственной корпорации позволял бы повысить качество предоставляемых услуг населению. А еще в Приморье придут современные вертолеты для внутрикраевых перевозок и работы санитарной авиации. Их выпустит компания «Прогресс». Уже точно заявлено, что ВКАД начнут строить в 2021 году. Появится новая экономическая составляющая. Во Владивостоке создают алмазный центр. Соответствующее соглашение подписали губернатор Приморского края Олег Кожемяка и генеральный директор компании KGKDV, уже запустивший фабрику по обработке драгоценных камней. Федеральная программа и федеральное финансирование помогут возвести на улице Аксаковской во Владивостоке грандиозный культурно-образовательный и музейный комплекс. Здесь будет представлена постоянно действующая экспозиция Эрмитажа. Детали проекта обсудили губернатор Олег Кожемяка и директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Петровский считает, что главная цель – увлечь искусством детей и сделать программу Эрмитажа максимально доступной и многогранной. Привозить детей из всех районов, чтобы дети растущие, люди, живущие здесь, которые действительно не могут поехать, увидели бы самые лучшие из Эрмитажа, ощутили бы хоть. Туристы, они притянутся к этому после этого. Эрмитаж – это вещи, Эрмитаж – это люди, Эрмитаж – это экскурсии, Эрмитаж – это лекции, Эрмитаж – это мастер-классы. Вот мы сейчас раз дни Эрмитажа будут через 2 недели. Там мастер-классы реставраторов. Реставраторы приедут. Спасибо вам, что привозите со всей округи
реставраторы музеев работать, смотреть, как делают вот эти вещи, Эрмитажные. Говорили на ВЭФ и о новых рабочих местах для приморцев, в том числе фирменной отрасли – аквакультуре. Объем выращенной в Приморье продукции составил 13 тысяч тонн, и это в 10 раз больше, чем 2 года назад. Мы планируем провести инвентаризацию всего аквакультурного хозяйства. Есть поручения соответствующие, научный институт разрабатывает методику контроля. И мы будем смотреть, как, в общем-то, работаем молодежь в том числе. Вот. Здесь, конечно, должны быть такие взвешенные подходы, смотреть внимательно за тем, что происходит, но это необходимо будет сделать. Более 45 тысяч гектаров морской акватории сегодня находятся в пользовании россиян. Планы грандиозные – выращивать в год до 50 тысяч тонн деликатесов к 2025 году. Но для этого акватория должна использоваться оптимально. А еще важно, чтобы дальневосточные предприятия наладили процесс глубокой переработки морепродуктов. Тогда начнется взаимодействие со смежными рынками. А на столах дальневосточников, выросших у моря, красный икра и гребешок появится не только по праздникам. Удивительно, но экспозиция Приморья на выставке «Улица Дальнего Востока» была вовсе не о рыбе. Приморский край на правах хозяина строил самый большой и красивый павильон. В нем представлены туристическая отрасль края, инфраструктурные проекты и многое другое. Приморье пытается показать себя во всей красе. Павильон Приморского края выполнен в форме морской раковины, основная тема которого – Приморье – центр притяжения. Экспозиция рассказывает о результатах работы по созданию нового качества жизни. Ну, конечно, больше всего всех привлекает зона развития Приморского края, ну и, в принципе, развитие всего города, то есть именно культурная часть. Новый мост на остров Елену, конечно же, это самый животрепещущий вопрос, потому что мало того, что он красивый и будет следующей, да, новой визитной карточкой города, но и очень нужный для нас, это очень важная транспортная развязка. Также у нас планируется строительство музейного комплекса, все его знают, то есть уже стройка началась. 7 сентября в субботу до 14:00 на улице Дальнего Востока запланирован социальный день для организованных групп, многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей общественных организаций. А 8 сентября улица будет с 10 до 20 открыта для всех желающих. Для посещения экспозиции горожанам необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте улицы по данной ссылке. Олег Завьялов, Катерина Матвеева, Денис Фадеев, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. А тем временем эксперты уже начали комментировать те меры, которые решено внедрить для того, чтобы повысить привлекательность Дальнего Востока и обеспечить приток населения на территории Тихоокеанской России. Так, специалисты считают, что ипотека под 2% не повысит привлекательность ДФО для переселенцев. Она может заметно подстегнуть спрос на покупку жилья и увеличить объемы строительства, но кардинально вряд ли решит проблему миграционной привлекательности Дальнего Востока. Жилье в дальневосточном регионе в целом менее доступно, чем в иных регионах страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. На Дальнем Востоке вообще строят меньше, а крупнейшие города региона, Владивосток и Хабаровск, демонстрируют очень высокую стоимость жилья – до 90 тысяч рублей за квадратный метр, что выше, чем во всех городах-миллионниках. И потенциально более привлекательные ипотечные условия наталкиваются на разницу в ценах, что объективно осложняет сценарий переезда в ДФО. Глава Минтранса Евгений Дитрих попросил ФАС внимательнее присмотреться к высокой стоимости авиакеросина на Дальнем Востоке. В свою очередь Минфин для решения проблемы предложил так называемый демпфирующий механизм, который уже применяется для сдерживания роста цен на бензин и дизтопливо. По сообщениям некоторых авиакомпаний, занимающихся перевозкой, в том числе и на Дальнем Востоке, стоимость авиакеросина за тонну доходит до 60 тысяч рублей. При этом средняя оптовая цена по России составляет 48 тысяч. В конце июня в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что ситуация с высокими ценами на авиакеросин в России, которая отражается на стоимости авиабилетов, должна быть немедленно исправлена. По итогам прямой линии вышло поручение президента правительству создать механизм сглаживания колебаний цен, обеспечив их рост не выше инфляции. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Закатают все. Новый асфальтовый завод «Тайгер Микс» торжественно открыли во Владивостоке. Время крепости. Визит-центр Федерального музея-заповедника готов к открытию.
Новый сценарий. Приморские синоптики ждут более щадящего прохождения тайфуна Лин-Лин. Партнер выпуска новостей – натуральные снеки «Эст Бали Кешью». В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки – орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойденным качеством и свежестью, а бережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Ист Бали Кешьюс» во всех супермаркетах города. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Закатают все. Новый асфальтовый завод «Тайгер Микс» торжественно открыли во Владивостоке. Время крепости. Визит-центр Федерального музея-заповедника готов к открытию. Новый сценарий. Приморские синоптики ждут более щадящего прохождения тайфуна Лин-Лин. 210 тонн асфальта в час. Новый асфальтовый завод «Тайгер Микс» торжественно открыли во Владивостоке. Предприятие будет работать на современном оборудовании швейцарского производства, экологичном, с минимальным содержанием пыли и шума. На праздничном открытии побывала наша съемочная группа. Большому кораблю большое плавание. Открытие нового асфальтового завода компании «Тайгер Микс» как отправление корабля в первый рейс. На предприятии сегодня настоящий праздник. Однако в радостной суете здесь не забывают о главном. Самым торжественным моментом открытия нового завода стала первая партия асфальта. 25 тонн, произведенных прямо на глазах у гостей, уложили на специально подготовленную площадку. Первая партия пошла, друзья. Ваши аплодисменты. Идея приобрести асфальтовый завод в компании «Тайгер Микс» появилась около года назад. Для предприятия это новое направление деятельности, а значит расширение производства и появление новых рынков сбыта. Необходимость в качественном асфальтобетоне сегодня очень велика, как у крупных, так и у более мелких заказчиков. Новый завод будет производить до 210 тонн асфальтобетона в час. Владивосток в настоящее время и всегда, наверное, нуждался в качественных дорогах. Качественных дорогах. Дороги без качественного продукта, продукт это асфальт, не может просто быть. Поэтому первое – это качественные дороги. Второе – нельзя никогда забывать о экономике города. То есть любое новое производство – это новые рабочие места. Новые работающие места – это НДФЛ. Асфальтобетонный завод «Тайгер Микс» – первый на Дальнем Востоке швейцарского производства. Он производит минимальное количество шума и пыли, а значит, жители микрорайона могут не переживать за экологию. Работать новое производство способно круглосуточно. Однако в компании «Тайгер Микс» планируют ориентироваться на заказчиков. Напомним, «Тайгер Микс» начал свою работу в 2016 году. Тогда была отработана рецептура основных видов сухих строительных смесей, пройдена необходимая сертификация, разработана ценовая политика, отработаны схемы отгрузки и взаимодействия с клиентами. Сейчас это стабильно работающее предприятие, которое производит продукцию самого высокого качества. Это подтверждают все клиенты компании. Качество продукции компании, хочу сказать, наверное, одно из самых лучших. Вот. Тут буквально конкуренцию могут составить одна-две компании, не больше. Наверное, это одна из лучших. Завод «Тайгер Микс» является резидентом свободного порта «Владивосток». Для предприятия это неоспоримое преимущество, позволяющее снизить себестоимость продукции без потери качества. Асфальт – это новое направление деятельности для «Тайгер Микс», а значит расширение производства и появление новых рынков сбыта. Процесс был относительно недолгий, это где-то около 8 месяцев от момента идеи, выбора поставщика и ввода объекта в эксплуатацию. Сейчас как раз мы первый раз выдали готовую смесь асфальтобетонную. И дальше у нас идет вывод оборудования на проектную мощность. Наладить работу нового асфальтобетонного завода в штатном режиме планируют в ближайшее время. Уже через неделю «Тайгер Микс» предложит качественную продукцию своим заказчикам. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Военная крепость, живущая как город. Визит-центр Федерального музея-заповедника во Владивостоке готов к открытию. Здесь подготовлена экспозиция «Владивосток. Время крепости». Она представляет историю и феномен Владивостокской крепости, которая в этом году отмечает свое 130-летие.
Гости музея увидят предметы вооружения солдат рубежа 19-20 веков. Награды, документы, письма и фотографии из коллекции Приморского музея имени Арсеньева. Для широкой публики экспозиция будет открыта с 12 сентября. Подробности далее. Объемная карта объектов Владивостокской крепости, созданная по состоянию на начало 1914 года, один из самых масштабных и интересных объектов экспозиции «Владивосток. Время крепости», которую подготовили в музее города на Петра Великого 6. Последние полгода это здание было закрыто на капитальный ремонт. Сегодня здесь временно разместился визит-центр Федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость». В этом году уникальному памятнику фортификации Владивостокской крепости исполняется 130 лет. Этот год по-настоящему счастливый для крепости, потому что в этом году по поручению президента Министерством культуры учрежден и начал свою работу Федеральный государственный музей-заповедник Владивостокская крепость, чья миссия – вдохнуть новую жизнь в эти удивительные объекты. В зале, где расположена огромная карта России, отражены наиболее значимые даты в истории России и мира, которые так или иначе повлияли и на саму идею по сооружению Владивостокской крепости, и на темпы работ. Например, Крымская война и Авачинское сражение, убийство эрцгерцогов Сараева и многие другие. А вот объекты самой крепости представлены на объемном масштабном макете. Присутствует элемент интерактивности, есть те вещи, которые должны увлечь в плане познавательным, то есть и ориентированным на более младшую аудиторию, то есть та, которая может посмотреть соответствующие экспонаты, покрутить их, обратить внимание на какие-то вещи. Сейчас посмотреть дела соответствующих военных инженеров, фотографии, тексты. Все это, мне кажется, должно, во-первых, привлечь, а самое главное, создать то необходимое условие, тот импульс в умах тех, кто посетит этот музей, для того, чтобы больше и больше изучать историю Владивостокской крепости. В соседнем зале идет рассказ о людях, которые строили крепость и служили в ней. Здесь можно увидеть образцы вооружений, знаки отличия и нагрудные знаки, бинокли и многое другое, например, копии приказов коменданта крепости. Например, такой. 29 мая 1910 года, по случаю еврейского праздника Пятидесятницы, комендант крепости приказал нижних чинов войск крепостного гарнизона иудейского вероисповедания освободить от занятий 31 мая и 1 июня и уволить в синагогу для проведения богослужения. Сейчас мы открываем эту экспозицию в рамках Восточного экономического форума, показываем ее гостям. Форума, а дальше она будет долгое время, я надеюсь, успешно работать для жителей и гостей города Владивостока. По словам Виктора Шалая, назначение визит-центра самое простое – знакомить с предметом, которому он посвящен, то есть с Владивостокской крепостью, давать базовый набор информации, обеспечивать в меру своих полномочий логистику, продавать билеты. Для жителей и гостей города экспозиция и визит-центр будут открыты с 12 сентября. Первым объектом Владивостокской крепости, где начнутся реставрационные работы, может стать форт Поспелого, либо форт номер один. Это будет зависеть от того, в отношении какого из объектов раньше удастся урегулировать бюрократические формальности. Максим Яковлев, Светлана Садовая, новости на Восьмом. Деловая программа ВЭФа завершилась, но культурные мероприятия в рамках форума продолжаются. В субботу, 7 сентября, на набережной Цесаревича пройдет фестиваль «Рисуй как Боттичелли». Он начнется в 15 часов. Праздник приурочен к экспозиции в Приморье картины итальянского художника «Мадонна делла Лоджия». На площадке фестиваля будет воссоздана атмосфера эпохи Возрождения. Гостей ждет стилизованная музыка, арт-шоу от приморских художников, тематические развлечения и флешмоб, в котором сможет принять участие любой желающий. А 8 сентября выставка оригинала полотна «Мадонна делла Лоджия» откроется в Приморской картинной галерее. Основные дожди, связанные с тайфуном Лин-Лин, прольются над Китаем. Приморские синоптики продолжают следить за продвижением на восток Тихоокеанского шторма. Как рассказал главный метеоролог края Борис Кубай, судя по всему, тайфун Лин-Лин пытается выбрать себе путь на территории Китая. Несколько западнее, чем предполагалось ранее. Его путь пройдет не вплотную к границам Приморского края, а от Желтого моря через Харбин, еврейскую автономию на Шантарские острова. Такая траектория тайфуна может оказаться более мягкой для Приморского края, поскольку основные дожди прольются у соседей в Поднебесной. Но, подчеркивают синоптики, штормовой ветер в Приморье сбрасывается со счетов не следует. Штормовое предупреждение остается в силе, но будет уточняться в несколько более мягкую сторону.
Футбольный клуб «Луч» провел матч с японской командой. Хоккеисты «Адмирала» с крупным счетом проиграли сибирякам. Международный турнир по настольной игре «Го» прошел на острове Русский. Все подробности у Максима Яковлева. Футбольный клуб «Луч» сыграл с японской командой «Кобальт». Матч прошел в рамках спортивной программы «ВЭФ». Желто-синие практически ежегодно принимают на стадионе «Динамо» футболистов Ближней Азии. В этот раз к нам заглянул молодой коллектив из Японии, созданный год назад. Разница в классе ощущалась с первых минут. «Луч» забил первый мяч довольно быстро, а к перерыву счет на табло был уже 5-0. Такую суровую гостеприимность приморцы показывали и во втором тайме, где забили еще больше голов. Японские футболисты же поразить Владивостокские ворота так и не смогли. В итоге сухие 11-0 и победа «Луча». Тем не менее, полезная встреча получилась для обеих команд. Желто-синие смогли проверить на поле своих новичков, а «Кобальт» набрался важного опыта от международной игры. Хоккеисты «Адмирала» побывали в гостях у Сибири. Этот матч для моряков стал вторым в новом чемпионате. Открыли счет гости, причем довольно курьезно. Шайба, брошенная от синей линии, угодила в борт, в голкипера, а затем и в ворота. На такую несправедливость хозяева льда ответили жестко. Сначала в первом периоде сибиряки забили 2 гола, после перерыва еще один, а под конец, не позволив «Адмиралу» отыграться, вколотили гостям еще 2 красивые шайбы. В итоге разгром 1-5. Наставник моряков Сергей Светлов пообещал, что больше таких послаблений не повторится. Впереди у «Адмирала» первая домашняя встреча в новом сезоне. 10 сентября на льду «Фетисов-арены» приморцы сразятся с «Трактором». Международный турнир по «Го» провели в рамках Восточного экономического форума. На острове Русский секция этой настольной игры собрала несколько десятков спортсменов, бизнесменов и представителей «Го» с различных стран. Эта стратегическая дисциплина привлекает сегодня все больше внимания элит со всего мира. Помимо непосредственно игр, здесь также прошли мастер-классы и даже партии с использованием виртуальной реальности. Ну а главное, был запущен обратный отчет до чемпионата мира. Главное событие в жизни современного «Го» состоится летом 2020 года именно во Владивостоке. Двойная честь, потому как это будет вдобавок первый прием таких международных соревнований в России. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Юбилейный 5-й ВЭФ отличился необычайной широкой международной повесткой и вниманием к проблемам Дальнего Востока. Споткнуться о цены. Ипотека по 2% не повысит привлекательность ДФО, считают специалисты. Дорого-богато. Глава Минтранса указал фас на дороговизну авиакеросина на Дальнем Востоке. Новый асфальтовый завод «Тайгер Микс» торжественно открыли во Владивостоке. Время крепости. Визит-центр Федерального музея-заповедника готов к открытию. Новый сценарий. Приморские синоптики сообщают, что основные дожди, связанные с тайфуном Лин-Лин, прольются над Китаем. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. В эти дни Приморскому океанариуму исполняется 3 года. Его первыми гостями в сентябре 2016 года стали президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абе. На сегодня это сооружение в виде раковины на русском острове посетили уже 1,5 миллиона человек из 40 стран мира. Отметим, что Приморский океанариум – это не столько развлекательный центр, как это принято в других странах. Это в первую очередь научная площадка для исследователей в области морской биологии, территория, где реализуют уникальные просветительские проекты, место для получения знаний о нашей планете в яркой, доступной и наглядной форме. На получившие международное признание «Морской музей» смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Ну а я прощаюсь вам, желаю продуктивных выходных. С вами был Александр Масликов. Увидимся на восьмом.